Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня я собираюсь разрезать и попробовать вот этот великолепный кусман с свиной шеей. Я начал процесс приготовления 3 апреля, сегодня уже 4 июля, думаю, пора уже. Держаться нету больше сил. Потеря веса за это время составила почти 40%. Еще момент. Как вы видите, на этой колбасе сейчас практически нет плесени. Дело в том, что не знаю откуда, но в моей камере для вяления я снимал специальный обзор, как я ее устроил. Если кто-то пропустил, то щелкайте и посмотрите. Вот здесь в уголочке на восклицательный знак. Так вот, не знаю откуда, но в моей камере завелась зеленая плесень. Нужно, наверное, ее обрабатывать каким-то дезинфицирующим раствором, всю камеру. Но она стала прорастать, прям забивать поверхности этой самой моей капоколы или копы. Я почитал форумы и решил, что нужно ее удалять. Поэтому в среднем, наверное, раз в 3 недели мне приходилось доставать этот кусок мяса, смачивать тряпочку уксусом, стирать всю эту появляющиеся пятна зеленой плесени и смазывать поверхность растительным маслом. Поэтому никакой белой полезной плесени здесь тоже не появилось. Но, с другой стороны, у нас здесь, в наших краях, вяленое мясо продается часто тоже совсем без плесени. В общем, посмотрим, что получилось. Давайте разрежу уже. Вы пооблизываетесь, посмотрите, а затем я уже расскажу, ну и покажу, что я делал, чтобы получить вот эту копу. Да, это копа. Кусок с вяленой шеей. Смотрите, какая красота получилась. Цвет насыщенный. Срез блестит с отливом. Ой. Так, что насчет вкуса и запаха? По запаху это очень похоже на молодой хамон. Что значит молодой? То есть тот, который там 6-8 месяцев сушился. Да. По вкусу, да, это тоже похоже на хамон. Немножко больше в жирность такую уходит, легкая солоноватость. Знаете что? Для большего набора вкуса, я опять же вот неизбежно сравниваю с хамоном, да, этой копии, этой шеи нужно больше времени все-таки. Минимум, я думаю, полгода, то и год. Поэтому придется мне, наверное, сегодняшний кусок, который я сегодня начну готовить, закладывать на год. Ну, дайте я еще утащу. Все равно это вкусно. И, мне кажется, надо отрегулировать влажность. Несмотря на то, что в камере у меня датчик дает 75%, закала еще нет, но поверхность чуть более сухая, чем хотелось бы. Хотя, в принципе, я думаю, это исправится, если сейчас этот кусок замотать в пленку и отправить тоже в холодильник, ну, недельки на 2, наверное. Тогда, я думаю, влажность из центра куска остаточная распространится по всему куску и будет более равномерно. Ну, впрочем, я заболтался. Давайте приступать. Сегодня я собираюсь начать процесс приготовления очередного куска шеи. Вообще, наверное, на поток поставлю это дело. Буду забрасывать в камеру каждые там недели 3, может быть, каждый месяц по такому кусману, что она постоянно у меня была в наличии, готовая уже. Вот кусок шеи, я уже сказал. Его довольно неаккуратно в магазине срезали с костей. И сейчас я хочу подровнять острым ножом. Ну, вы знаете, каким. Острый нож не потому, что я получил его самуры острым, хотя действительно так. Никакие ножи не бывают острыми вечно. Вернее, бывают, но только в том случае, если ими не пользуются. Острым, потому что я не забываю подправлять кромку, ну и периодически подтачивать его. Вот, подготовленный кусок, а вся эта обрезь пойдет в котлеты. Теперь засолка. Постоянно зрители канала уже наизусть заучили мою мантру. Нитритную соль я добавляю в колбасные изделия из расчета 0,05%. Ну, помните, да? Так вот, сыровяленые продукты, нитритную соль, я добавляю в 2, а то и в 2,5 раза больше. Ну, зависит от рецепта. Здесь смесь нитритной соли, стартовых культур, Пекельстарт и виноградного сахара. Дело в том, что сыровяленые изделия готовятся неизмеримо дольше, чем вареные и варено-копченые. Поэтому нитрит натрия 100 раз успевает и прореагировать, и частично даже разложиться. Так что к моменту употребления концентрация нитрита натрия в готовом изделии не превышает моих любимых 0,05%. А сейчас надо эту шею быстренько упаковать в пакет. И я собираюсь воспользоваться вакууматором. Быстренько это для того, чтобы успеть запаковать до того, как соль из мяса начнет влагу тянуть. А то ведь эта влага при упаковывании может убить мой вакууматор. И это будет уже 4-й. Так, отлично. Вот этот кусман надо ставить на запуск процесса ферментации в теплом месте при плюс 25, плюс 28 градусах на двое суток. За это время добавленные стартовые культуры бактерий оживут, начнется процесс ферментации, мясо начнет набирать вкуса, покраснеет, и можно будет убирать его в холодильник. Так что до встречи через 48 часов. Хотя стоп, вы сейчас начнете меня забрасывать вопросами, где купить то, где купить все. Рекламирую. Постоянные зрители канала прекрасно помнят, что я уже давно сотрудничаю с Павлом Колбаскиным. Это хозяин магазина «Ем Колбаски». Он мне периодически высылает различные гостовские смеси, оболочки для колбас, стартовые культуры тоже. Так вот, сегодняшние ингредиенты тоже от него, кроме мяса. Мясо местное, испанское. Подписчики, которые живут за пределами России, Украины и Казахстана, очень часто задают мне вопрос. Зашла на магазин Павла «Ем Колбаски» на сайт, а там написано: доставка, кроме как в Украину, Россию и Казахстан, не осуществляется. Паш, извини, сдам тебя с потрохами. Друзья мои, я не знаю, где еще, кроме как в магазине «Ем Колбаски», можно купить гостовские смеси. Но я знаю, что особо настырные подписчики писали в личку Павлу, заходили на форум этого магазина и писали ему в личку, и добивались таки, чтобы он им отправлял свои товары за пределы названных стран. Так что, если вам очень надо, пишите, долбите его и добивайтесь. Паш, ну, может, наконец соберешься и организуешь нормальную доставку по другим странам. Ну что я за тебя все время отдуваюсь и пытаюсь найти для подписчиков из разных стран, где купить эти товары, там, на каком-то eBay, еще где-то. Прошло 6 дней с тех пор, как я начал посол этой шеи. Расчет очень простой. Общее время посола – четверо суток на килограмм мяса, плюс двое суток на каждые следующие полкило. Первые двое суток просаливается при комнатной температуре со стартами, все последующие в холодильнике при температуре 0+5. Еще момент. Предыдущий кусок вкусный, классный, но мне хотелось бы получить вкус немножко больше в сторону хамона, а хамон более соленый по вкусу. Поэтому сейчас, перед отправкой на провяливание, я собираюсь добавить еще соли. Из расчета 5 граммов обычной соли на каждый килограмм веса. Тот кусок у меня, как вы видите, совсем без пряностей, а вот этот, который я закладываю вперед на полгода, а то может на год, я хочу добавить перца крупнодробленого. Из расчета 3 грамма на килограмм веса. Сейчас все надо измельчить. Без фанатизма. Кусочки перца я хочу получить крупномолотые. Вот так. Вот так, я думаю, будет достаточно. И сейчас просаливаю, запечатываю в пленку и убираю. Еще маленькое предупреждение скажу. Мне под предыдущим видео неоднократно разные подписчики говорили: ты попробуй поджарить перец на сковороде, а потом добавляй. Такой запах будет. Друзья мои, согласен, запах будет, но из ничего ничего не возьмется. Как вот в этой перчине есть определенное количество ароматических веществ, так оно там и есть. То, что я поджариваю на сковороде, не значит, что их стало больше. Они более быстро, более интенсивно стали выходить наружу. В данном случае я закладываю этот кусок на полгода, то и на год вперед. Зачем мне сейчас терять эти ароматические вещества путем обжаривания, тем, чтобы они наружу вышли? Да, когда я вот готовлюсь здесь и сейчас и собираюсь тут же подавать кому-то кусок мяса, и он в этом же помещении находится, наверное, более быстрая отдача ароматических веществ оправдана, потому что человек находится в кухне, тоже «как у тебя вкусно пахнет», а обоняние дает львиную долю, так сказать, вкуса мяса. Но в данном случае я сейчас его загружу и на полгода-год оставлю. Поэтому обжарка в случае закладки вот таких кусков на долгое время совершенно не нужна. Поехали. Это у меня коллагеновая пленка. Так, вниз немного этой смеси. Вот так вот. Сюда. И сверху. Вот так. Как видите, перец есть, но его не чрезмерное количество. Да, кусок мяса перед тем, как я положил его на пленку, я обсушил немного бумажными полотенцами. Вот я подготовил универсальное такое приспособление для более удобного запечатывания в сетку. Это кусок пластиковой трубы. Ну так, удобно, просто, быстро. Делаем петлю-удавку. Вот она. Набрасываю ее на конец и подтягиваю. На этом конце делаю петельку. Тоже делать все очень просто. Смотрите. Та же самая петля. Я вот здесь вот подготовился и беру вот за вот этот вот конец. Сбрасываю петлю. И у меня в руках остается, видите, вот она. Все, за нее можно удерживать. Теперь проделываем обвязывание на другой стороне. Развернул. И та же самая петля. И сбросил. Еще одну петлю. Забрасываю ее с этой стороны, со стороны мяса. Для уплотнения. Давайте еще одну. Для уверенности. Все готово. Теперь нужно лишнее отрезать. Угадайте, каким ножом. Правильно. Острый самурай. И вот подготовленный шмат мяса, который сейчас отправится на завяливание. Пойдем в подвал. Итак, я в своем полуподвале, очень низком, встать во весь рост, если мне не получится, сижу на табуреточке. Это холодильник, переделанный в климатическую камеру. Я делал отдельный выпуск, где рассказывал и показывал, как я его изготовил. Если кто-то пропустил, щелкайте вот в уголочек здесь, восклицательный знак будет, и смотрите. Итак, отправляю копу в него. Температура 15 градусов, влажность 75 относительных процентов. Внизу, как вы видите, стоит увлажнитель воздуха. Для того, чтобы обеспечить движение воздуха внутри камеры, я сюда пристроил, этого не было в том выпуске, вот такой вентилятор. Он у меня включается по датчику, по времени. Настраиваю периодически так, чтобы 2 часа он не работал, после чего час крутился. 2 часа опять не работал, час крутился. Еще момент. По-хорошему надо, конечно, в стенке этой камеры сделать приточное отверстие, именно в него поставить вентилятор и выходную, чтобы постоянно прогонял свежий воздух. Но, сами понимаете, в этом полуподвале свежего воздуха нет и быть не может. Здесь вентиляции-то нет и пыльно достаточно. Поэтому я обеспечиваю воздухообмен тем, что один раз в день прихожу, дверцу распахиваю нараспашку, камера небольшая, воздух отсюда, условно говоря, выходит вот в эту атмосферу, хоть какое-то проветривание. Не очень удобно, конечно, но вот какие условия есть, такие и есть. Камера была выключена, поэтому сейчас в ней влажность и температура такая, какая в полуподвале. Ну, сейчас минут за 10-15 она и опустится до установленных мною плюс 15, и влажность поднимется до моих 75. Итак, поехали. Этот кусок я отправляю, как сказал, на полгода, а то и на год. А какой кусок у меня получился предыдущий, вы уже видели. Спасибо за компанию и всем пока!